Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня будем делать украшения с ювелирной сеткой, с бисером. Она толкнула меня на это, вот эта подвеска. Тут вот такие светло-зеленые там стразики, кристаллики. И довольно большое вот это подвесное кольцо. Вот. Есть у меня вот такой бисер. Тут оранжевое, желтенькое, зелененькое, разных оттеночков. Вот. Сейчас я эту сетку наполню этим бисером. Это не быстро, поэтому давайте я буду беречь ваше время. Ничего тут сложного нет. Ну, туго, конечно, одевается, поэтому я до середины дошла и одела сразу эту подвеску. Продолжаю дальше. Наполняем, ну, почти до конца. Сейчас я немножко еще, может быть, насыплю. Вот так вот. Так, и зажигалочкой запаиваем. Вот. Вот такая получилась штучка. Так. Вторую сторону тоже запаиваем. Так, и сейчас будем делать застежку. Сами видите, что это все довольно-таки быстро. По длине это практически чокер. 50 сантиметров он будет длиной. Так, берем пин с колечком, разжимаем колечко, ну не намного, но... К сожалению, у меня нет концевиков золотого цвета, вот такого диаметра. Ну, те, может быть, кто не знает, я живу в Крыму, и здесь очень сложно с фурнитурой. Очень сложно, мало даже сказать. Никак. Вот. А у нас еще полтора, не полтора, сколько год? Ну, больше года, как Алиэкспресс. Горячо нами любимый ввел санкции против Крыма. Вот. И бывает так, что пока мне закажут через Питер, пока придет, пока пришлют сюда, или я поеду. Бывает так, что сидишь вообще. Нечем делать. Так, одели пины. Вот поэтому я вот такую штучку взяла, такой элементик, да? А чтобы на конце было поприличней, посимпатичней, я одену бусинку вот такую. И будет у нас вот такое замечательное окончание. Так. Многие просто на клей вклеивают. Я делаю на пин, потому что это крепче, это надежней. Но и на клей тоже. Капну сюда.
И загнем, чтобы она приклеилась нормально. Так, и вторую также. Милые мои, вы сами видите, что ничего сложного тут нет. Самое сложное в нашей работе, я думаю, что со мной согласятся девочки, которые занимаются, ой, украшениями. Это придумать. А собрать это уже дело третье. Был бы материал, ну и фантазия, наверное. А может быть, уже, знаете, и профессионализм. Когда много лет занимаешься любимым делом. Так, ну и теперь колечко заворачиваем. Заворачиваем колечко. Зажимаем. Я вот не могу без этого. Я когда уезжаю к детям в Питер, Мурманск, ну и с собой не беру инструмент. Вы знаете, у меня начинают руки чесаться. Я мучаюсь, я прям мучаюсь, хожу. Я уже понимаю, что мне надо ехать домой и работать. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Нормально посередине. Так. Так, сейчас. Поставим. Замок лебедь. Не устаю повторять, что он очень удобный. Он позволяет самой себе застегнуть, самой себе расстегнуть, что с карабином очень часто не получается. Ну, у меня, например. Мы же не все молоденькие и в руках все горит. Так. Колечками я пользуюсь овальными. Меньше шансов, что оно расстегнется и сразу все вывалится. Так. Большую часть мы ставим с правой стороны. Ну, если вот так вот лежит, да, с правой стороны. Потому что так просто удобнее. Хотя, если человек левша, то надо наоборот ставить. Так, колечко я проверяю, чтобы не царапалось. И вуаля! Сейчас еще с этой стороны. Ой. Это колечко. Вот это. Проверяем. Все. Так, и сейчас у меня здесь, вот я, видно вам, нет, у меня там желтенькие, оранжевые, зелененькие. Но так как присутствуют оранжевые, то я сейчас такой вот агат. Это не сердолик, это агат тонированный. На этот раз мы берем пин без колечка, а такой как гвоздик. Так.
Так, одеваю шапочку снизу и сверху. Так вот. И загибаю. Загибаю, отрезаю лишние нити. Не те кусачки взяла. Так, а где у меня кусачки? Мысли вслух. Девочки, не покупайте инструмент на Алиэкспрессе. У меня просто не было никакой возможности. Отвратительный инструмент. Просто вот этими кусачками я привезла их из Питера. Не заказывала, а там купила. Просто недели я все забываю выбросить. Так, вставили мы в нижнее кольцо. Все, мои дорогие, сейчас я вам покажу на манекене. Ну, вот что у меня получилось. Манекен, девочки, Алиэкспресс, тоненькая шейка, тело не женское. Оно, конечно, будет, ну, под шею, наверное. Ну, кому-то под шею, у кого тоненькая шейка. Не под шею, а пониже. Вот. Но факт тот, что сам кулончик, это сама подвеска, не так будет лежать. Ну что, мне нравится яркое такое. И такой камушек на солнышке прям. Он такой полупрозрачный. Вот сейчас. Вот застежечка. Видите, она? Ну, очень удобная. Вот. Так что спасибо всем огромное за внимание. Пишите комментарии. Я очень люблю читать ваши комментарии. Спасибо большое.